Всем привет, ребята! Перед просмотром ролика не забудьте подписаться на канал, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. А прямая трансляция, стрим через 10 минут будет. Стрим по танкам через 10 минут. Время 12:38. Сегодня у нас 1 сентября. Все школьники пошли в школу. Всех, ребята, с 1 сентября. Пишите комментарии, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. Также оформляйте спонсорскую подписку на канал. На главной странице канала есть кнопочка «Спонсировать». Нажимаете на нее и выбираете свой уровень спонсорства. В дальнейшем цена уровня спонсорства будет повышена. Немножко, но будет повышена уровень спонсорства. Цена уровня спонсорства каждого будет повышена. А какие-то, может быть, будет понижено. А это у нас влог. Влог 1 сентября. Влог. Пойдем кофе сделаем. Сейчас покурим. И будем стрим запускать. Вчера жарище до 30 градусов было. Вчера я на подработке был. Третий день. Я должен быть выходной, но был на подработке. Тут все чисто. Надо было сигареты взять. Кто леса уже получил, пишите, ребят. Кто леса получил, пишите. На улице сегодня тоже жарище, блин. Завтра выхожу на 2 дня работать. Один выходной опять. Пофигу. Сейчас лишь бы телефон не выключился. На улице жарище, на балконе жара. Походу перегревается и запись сразу выключается. При съемках телефон сильно греется. Раньше никогда так не грелся, а сейчас прям греется сильно. Тем более летом. А он и зимой, я заметил, что тоже греется. Когда снимаешь видео больше 10, там 15, 20 минут, 30 минут видео снимаешь, начинает телефон нагреваться сильно. Блин, не знаю. В игры играешь, он не так греется. А когда снимаешь что-то, так это вообще. У кого сколько градусов на улице, пишите в комментариях, ребят. Yes.
Да. Есть кошки опять надо. Ребята, подписываемся на канал, лайк, подписка, колокольчик. Через 5 минут стрим будет по танкам, укрепы. Приглашайте всех знакомых, друзей на стрим. Смотрите ролики, делайте репосты. Оформляйте спонсорство, станьте спонсором моего канала. Продвигаем ролики. Сейчас скоро будет стрим запускать. Всем спасибо, ребят, за просмотр и до скорого. Не забывайте писать комментарии свои,